Ребята, всем привет! Сегодня мы с Пашком Рывапом. Пашок, поздоровайся. Всем привет. Проведем некий тест и поймем вообще, что лучше, C48K, либо же Kraken. Сейчас я вам покажу мои моды, которые у меня стоят. Это скорость прицеливания, темп и стабильность прицеливания. Теперь, Пашок, ты покажи, что у тебя за моды, я озвучу, соответственно. У меня урон, скорость прицеливания и стабильность прицела фиолетовые. Понял. Так, по поводу снаряги, пацаны, вот моя снаряга. В целом, Пашок тоже может сказать, что у тебя за снаряга стоит, чтобы люди не спрашивали. Вектор, Атлас ботинки, бэт-перчи, элитный шлем. Ну да, то есть примерно плюс-минус топорик у нас... Спальник. А, да, и у Пашка есть топорик. У меня топорика нет, у меня только молик. Перед началом видоса не забудьте прожать по лайкосам, а также можете проверить подписочку на канал. Также можете на Пашка Рывапа подписаться, ссылочка в описании. Ну а всем приятного просмотра. Кстати, в честь 11-летия Warface администрация добавила новую промочку, благодаря которой вы можете залутать золотые пушки к себе на аккаунт. То есть вдумайтесь, насколько щедра акция. Нажимайте просто получить подарки и авторизовывайтесь. Ну а если же вы зарегистрируете новый аккаунт, то вы получите еще и броню графит на 30 дней, а также двойной бонус к пополнению счета. Помимо двойного бонуса к пополнению счета, то сейчас еще проходит акция, то есть распродают кредиты, и получается вы за 1000 рублей можете получить 4600 кредов, что в целом реально неплохо. Такие огромнейшие бонусы к пополнению счета сейчас реально очень кстати, так как в игровом магазине сейчас просто бешеные скидки на метовый донат, то есть продают все по 45 кредитов, но также добавили огромнейшее количество коробок, там по 4 кредита и так далее. То есть по факту реально очень выгодно зарегать новый аккаунт, перевести на него золотые пушки из промки, еще и получить броню графит, ну и также за 1000 рублей на этот аккаунт получить аж 4600 кредитов. Ну а с этих кредитов можно и Battle Pass купить, и пушечки покрутить, в общем, кайф. Ссылки в описании, всем приятного просмотра еще раз. Пойдем. Мы же два снайпера, правильно? Два подсадка. Логично. В целом дефолт для Рэма на самом деле. Как думаешь, я убью его? Как думаешь? Мне кажется, невозможно. Я не убью, Бекнет. Не, ну... Блин, жалко, не пал эйршот. Ну, там ты чё? Если широко закрыл. Парка. Ну, вот такие люди на КРМ играют. Ноль. Это да. Граната пошла! Не, ну не, не, ну я не понимаю. Нет! Ну... Не, типы просто вчетвером в одной точке стоят и чел еще и мину под себя ставит. Это уникум нашего времени. Комбэкстер 5, просто отправляем ребят на лёгко, даже не потеем. Где инфа? Опять мина. Красный. Не попал, не попал. Главное за секунду, кстати, пили вообще. Там плент. Ой, я сфазумил его, прикинь. А, еще план. Ну блин. А! Ноль звуков, что поймали. Хорошая игра. Наш пацан, прикинь. Не, как он это считает? Я не понимаю. А, это звоник выдав слева. О, жестко. Знаешь, на самом деле я что понял, что у реально у вот огромное преимущество у Цешки в том, что есть глушак. Типа для РМа вообще кайф, потому что нет инфы, знаешь, там особенно на лоу лигах. Мне кажется, когда у тебя как бы глушак, это вообще супер, то есть ты вообще не палишься там и так далее. Это круто. Сейчас, еще где-то? Умница, жестко, Нормально. Я пикаю тоже. Слева, слева. Извините, слева пикаю. Не попал. Ой-ой, еще прошел. Ленд был. Блин, вроде бы по типу не стреляло, как-то регнуло. То есть мимо как будто стрельнул. Ну такой, блин. В упоры, типа, вот, ну, не знаю, неудобно, на самом деле, с Сашкой в упорах файтить. Но, на самом деле, вот, мне кажется, у ОЦ прицел, конкретно прицел, открывается быстрее, чем у Кракена, да? Именно открывается быстрее, но фазум сильнее у Кракена, понял? То есть, как бы, так сказать, заспотать цель легче непосредственно с ОЦ-шкой в упорах, там, и так далее. Где тачка? Я сейчас убью. Нормально. Опять смог убивает. Просто типы стоят в респе и стреляют с маки. Молодцы, ребят. Вау! Хоть в астрауне что-то сделал. Блин, что он не ФК стал. Бомба потеряна. Потеряно.
Ну, вопросы. Какие-то вообще вопросы есть. Questions, guys. Ну просто, ну какой же 3000 IQ, чел? Ну вопросы какие-то имеются вообще? Второй этаж убил. Арт убил. Спин убил. Ресы сразу убил. Ас. Угу, правзяк убил. Вау! Нормально, брат, нормально. Пери. Зелёнка. Блин, чуть не попал. Цемент. Взорву. Сгорит, нет? А что ты купил? Под работягой. Лезься, 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 работяг. Чё, как ты должен быть? А-а-а! О, что? Это клатч! Это клатч, он мой один в три остался. Хе-хе-хе! Пока на моем лице будет. Найс. Я тап, я тап. Бомба потеряна. Ой! Хедшот, дедочка. Я тоже так думал. Найс. 52, да пиздец, пустая. Не убьешь. Хи-хи-хи-хи-хи. Игрок бомбой убит. Не, галят. Это было очень красиво, да. Потребил? Как я второй выстрел бегал? Вор, 50. Давай, я смотрю. Убил. Найс! Nice. Хорошо. Офигеть, у меня сноншотил шот. Ой, найс. Лево. Да чуть-чуть было бы очень красиво. Миллиметр. Нормально играет, да? Ну сколько убивает? Резко, Да. Убил. Я пока еще буду играть, жестко. Что убил? На, я насейвил братика моего. Дальше крутись. Не, я клянусь. Да. Музыка. Граната! Боже. Самый сильный игрок в мире. Нет, он не попал. Значит, там же по тобой, прям по тобой полез еще. Они и дел. Дел резко. Тихо. Все убил. Никого нет. Ну, первый пули в голову, нормально. Лэн. Как он успеет пройти, я не понимаю. Дыме. Картон у меня.
проходная до сих пор. Пикнет лево, да? Ой-ой-ой. Как не может поставить? Найс. Тимборг. Граната пошла! Раз. Давай, должен пикнуть, я думаю. О, найс. Я тоже красиво убил. Ну чё, пошёл, какой вердикт? Чё думаешь, лучше Кракен или ОЦ-шка? Мне кажется, ну, у каждого свои... Не, мне кажется, сам... Кракен фазумит лучше. Да, мне кажется, Кракен лучше вообще по двум причинам. Во-первых, у него лучше фазум, реально удобно. Но при этом у ОЦ-шки, допустим, прицел открывается, типа, быстрее, но при этом нету фазума. То есть это странно, на самом деле. Вот, дальше, что хотел сказать, что, во-первых, у ОЦ-шки есть глушак, что тоже, типа, в целом, наверное, важно. Но, опять же, многие очкуют брать Кракен, потому что нет ваншота. Но вот сейчас мы с Пашком сыграли где-то час-полтора играли, не было ни одного ваншота с Кракеном, например. То есть всегда был ваншот. Ну и самое важное, как у меня, мне вообще не нравится прицел ЦЭшки, я чувствую, как я перефликиваю, недофликиваю, мне и надаль стрелять тяжелее из-за сетки прицела. То есть Кракена приятнее просто доводиться в прицеле. Тебе, ты что думаешь по поводу прицела, Пашок? Ну, вот мне ЦЭшка вообще не понравилась вот из-за него, только вот из-за прицела. Ну да, будто бы вот реально, то есть видите, вот опять, вот я прицелюсь, ну фазума нет, то есть вот у меня как бы есть на нем прицел, но видите, оно не зумит. И плюс еще эти вот, не знаю, как будто бы сетка прицела очень тяжела для пикселей и так далее. Типа в целом там, наверное, на лоу лигах, когда все на плюсы бегают, она норм. Но когда там ты типа на про уровне играешь, когда там пикселя распикивать, пикселя прям именно, это, конечно, ну с Кракеном удобнее просто делать в разы. Пишите с вами в комментариях, ребят, что вы думаете по поводу ЦЭшки и Кракена, что лучше, что хуже. С вами был я, Антон, и Пашок. Всем пока.